Рано или поздно каждый из нас сталкивается с небольшими трудностями на работе. В случае участников форума Animal Profi, зоотехников, ветеринарных врачей и других специалистов в области животноводства, небольшие проблемы – это привычное дело. Сейчас они и расскажут, какой у них обычный рабочий день. Захожу я в свинарник, в откормочный корпус. Смотрю, свинья лежит. Открывает глаза и видит вокруг массу трупов. Это плохо. Стоит стойкий запах гноя от гниющих ног, эндометритов и маститов. Все утонуло. Коровы ходят по пояс, как говорится, муляки прямо ходят. Поросята дохнут или еще что-нибудь. Ну. Различные всевозможные запахи, ходить вот так, и вообще вот так, или уйти оттуда. Следующий день. Такая же картина, нам уже не до смеха. Я не могу открыть дверь, получается, беру так с ноги. Дверь открывается, вываливается, дверь с петлями. Там сидят 5 таджиков. Все пьяные! Вот все поголовно! И доить некому! Вот это вот кошмар, да? Неужели это африканская чума? О боже, что же делать? Ее боятся все. Неужели это правда? Африканская чума, ты у нас, не дай бог. А это было хрюканье на складе. Оказалось, что человек обернулся, и там стоял хряк. Огромный. Красное лицо, глаза на выкате. Ну, я тихонько подкрадываюсь. Она меня увидела и бежать на меня. Ну, первое его действие, он оценил наличие своих извилин. Он их оценил, он понял, что они у него есть. И он начинает думать, как же я спасаю ситуацию. А я спасаю ситуацию абсолютно банальным способом. Первым делом мы схватились, и за 5-литровая такая есть канистра. И написано, хоть он написал антисептик, да. Но он хорошо это успокаивает, да. Начали им обрабатывать, да, все, да, да. И особенно душевные раны, да. Вот это, вот. Это плохо. Это неприятно, это страшно, это паника, это крах. Вроде ничего не провинилось, а мне такой, как подстава какая-то, непонятно. Вот действительно такое впечатление было. Оно мне не нужно. Я не пойму. Вроде я проснулся, вроде не пьяный. Все кашляет и все поносит. Отлично. То есть выделение со всех отверстий. Цирковирус. Цирковирус. О боже, какая ерунда. Ну ладно, животных-то еще откачать можно, я так думаю, чем-нибудь таким это, ну как вот врач-то, я так фантазирую, что я пошла там вилами попинала, там, вставай. Ну, скотников тоже, доярок, тоже вилами можно. Картина маслом называется. Я был скотником, второй день телятницей. Он, начальник, что делает? Он успокаивает своего ветеринарного врача и говорит. Он говорит, что же ты делал до этого? Чем ты занимался? Чем ты получал мою зарплату и такая ситуация в хозяйстве? Крыша, блин, рухнула. В новом комплексе. На новом комплексе, да. А что делать? Бежать! Чем дальше, тем лучше. Чтоб тебя, главное, не засыпало. Я боюсь, что я уже приду с обходным листом к этому времени на работу. Да, он говорил, какого хрена вообще? Ты вообще кто здесь такой? Ты врач или хрен мажор? Я говорю, нет, я не мог допустить этого. Это всего лишь цирковирус, который мы спокойно, со здравым смыслом профилактируем. Мы убираем вот эти трупы, и наши свинки улыбаются, радуются жизни и ждут, когда же оно, мясо, я колбаса. Все прекрасно, все хорошо. Главное не бояться, главное вовремя принять меры. Быть внимательным и не подходить к свиньям. Не теряться, не паниковать. Самое главное, паника – это все. Самое главное, чтобы стремление никогда не унывать. И всегда это слушаться, во-первых, наставника. Дружить с кормленцами, да. Чтобы они тебя не подставляли. Жить на позитиве. Я всегда всем, вот они все мои знают. Всегда быть на позитиве, всегда быть. Если будешь на позитиве, все будет делаться буквально вот за щелчок. Если будешь унывать, будешь сидеть и ничего не решится. Она-то все пришла, музыку врубила. Ты что такая дерзкая?